З вами програма «Ти зможеш». Вітаю! Сьогодні ми будемо опановувати напрямок, який ламає усі стереотипи та здатен перевернути вас догори ногами. Для початку ось вам загадка. Хто це такий? Ходить на руках та носить шапку навіть влітку. Складно? Давайте розгадувати разом. Брейкденс – это танец, который зародился в Нью-Йорке в начале 70-х годов. На уличных тусовках частенько соревновались танцоры разных культур. Многие были мигрантами, и каждый привносил в танец что-то от своего стиля. Так и появилось новое танцевальное направление, которое впоследствии охватило весь мир. Брейкинг – одна из составных частей хип-хоп-культуры. Девчонок и ребят, танцующих брейк, называют би-гёрлс или би-бойс, где би – это сокращение от брейк. Сегодня я на время стану би-гёрл. Чтобы больше узнать о хип-хоп-культуре и тонкостях этого танца, мы пришли в школу брейк-дэнса Днепр Бибой Академию. Как ты начал заниматься брейкдэнсом? Где-то в классе в седьмом я увидел ребята, которые чуть постарше нас. Они занимались капуэро, а потом стали заниматься брейкдансом. И мы видели, как в школе они крутятся на спине, стоят на руках и делают интересные вещи. И после этого все школьные перемены, мы протирали красные пиджаки, крутились на спине, что-то пробовали, пытались. В то время, когда мы начинали, никакого не было ни интернета, никакой информации про брейкдансы. Были только кассеты, видеокассеты, затертые, со старых каких-то соревнований. И мы их много раз пересматривали, что-то сами учились, друг другу что-то подсказывали. И вот так вот и развивались. А у тебя есть ли псевдоним в брейкдансе? Да, я называюсь Бибой Калина, только потому что у меня соответствующая фамилия. Вот. Но много бибоев, допустим, вот бибой Апачи, его так назвали, потому что у него были дреды, и он был похож на индейца. И из-за агрессивного своего танца вот его назвали вот Апачи. Что для тебя брейкдэнс? Какие эмоции ты получаешь во время того, как занимаешься им? Ого, это очень сложный вопрос. Для меня это образ жизни. Я им думаю, я им живу, я им расслабляюсь, я им напрягаюсь, я в нем живу. Какая-то ситуация неприятная в жизни произошла, то я эти эмоции могу вылить в танцы. Не на людей, не на каких-то близких своих, не на кричать, а я могу прийти в зал и хорошенько потренироваться, уйти в музыку. Опять же, если я сильно радуюсь чему-то, я танцую. Хип-хоп-культура включает в себя также брейк-дэнс. А что еще входит в это направление? Хип-хоп состоит из четырех элементов. Это брейк-дэнс, это музыка, фанк или брейк-бит, или сам хип-хоп. Это райтер, или это живопись, граффити, теги. И так же самое это речитатив, это рэп, это битбокс. И так далее. Еще есть пятый элемент хип-хопа, это комьюнити, это объединение всего этого. Издали нашу тусу видно, по походкам мы заметны, крики в сленге, баллоны, стены в электрик, буги, попс по теме, волна по телу, брейкинг, джем и бинтом, перевязаны колени, пара на забегах, синхроны, гелики мы крутим на картоне, а проклокинг для разгона, рубятся между собой бибой, пила. Олег, ну что, мы можем уже приступать к мастер-классу. Рассказывай, что делать будем. Брейкданс можно поделить на четыре основных части. Первое – это топ-рок, это движение, которое танцуется вверху на ногах. Вот, мы выучимся пару таких движений. Второе – это футбол. И переводит работа ногами, которая заводит вот на пол. Вот, третье – это фризы или стойки.
Вот. И четвертое — это крутящиеся элементы. Это называется Power Move. Вот были самые простые элементы. Ну что, приступаем к мастер-классу. У меня еще один маленький вопрос. Что это у тебя за стиль такой? Что за форматы, что ли? Нет, здесь ничего модного. Это на самом деле просто когда карманы внутри, там 4 слоя ткани, и они быстрее потеют, ну и не очень удобно. А так просто, чтобы было не так жарко. Вот и все. Для начала я бы хотел посмотреть на физическую подготовку. Потому что брейкданс — это не такой уж и легкий вид танца. Я вообще-то не делала такого. Ну, да. Ногу подняли и вперед. Это уже вставание. 3. Я устала. И танцевать не смогу. 10. Ура! Я еще 11. А, босс! Теперь начнем с танца. Хип-хоп отличается от других видов танца тем, что у него есть кач. Вот. Так, это кач. Pigeonhole with no room to grow. I do songs to perform, not to come to blows. I'm no corn, I'm a professional, you know. Don't label me nigga, all this is clothes. I choose to wear earth tones, nights no air zone, and leave rappers like the color of my birthstone. And told them to get robbed. И аккуратненько опираемся на руки, так чтобы, да. Может шапочку одеть? Еще не надо. Не, еще не надо. Подожди, головы сразу. Да, аккуратно опирайте, да. Вот, опирайте головой, чтобы было... Когда я упираюсь, сразу всем телом. Чтобы было 3.4 стороны. Получилось! Вот, теперь ноги шире. Ноги в стороны, передние ноги назад, назад. Ой, вот, все. И стоим, стоим. Radio too high for TV. My BDS scans are embarrassing slightly. I'm still waiting for VH1 to mic. Чуть-чуть поставить. Я, наверное, шапка очень мягкая. Too deep for the average listener. Spit a verse that'll fuck up your algorithms. I'm content with living. Еще одна. No deal, but I'm fat like the sound from the 2-inch rail. Для того, чтобы было мягче, можно увеличить количество шапочек. Three niggas that plant fields of dreams like the Matrix, they caught in the machine like breeze. I'm straight to the point like a laser beam beat. Got it locked, got my spot like Bush in DC. Говорят, что после этого бывают залысины и шишки. Ну, шишка, я согласна, но залысины. Извините. Ну что, теперь уже пора показать все, что мы научились на танцполе. The turntable spins, using new ability, agility that wins, And then your crew got burned, to be the master of the craft, you gotta practice to learn, kid. The street dancer breaks, with 1990s and the 80s paved the way for today's B-boys, emulating the greats, like funky freeze, crazy legs, dynamic breakers with shake. Let's dance to the beat of the drummer that's funky, way before the beaties was bugging a brass monkey. Hip-hop, new cruises, Foxy, Enchilada, and the boxy DJ was Africa Bambaataa. Brought back to the Bronx, crew Herc the innovator, Lee Jan, sound systems, toasting in Jamaica, the hosting, the host with the most of money maker. Now I'm moving bricks, but I started out as a breaker. Брейкдэнсом сейчас увлекаются многие и достаточно часто устраивают дружественные встречи бибоев, джемы. На таких встречах они показывают свои танцевальные способности, обмениваются опытом, смотрят фильмы про хип-хоп, слушают музыку и просто здорово проводят время. Каждый танец бибоя оригинален, ведь это не четко заученное движение, а сложные связки, которые выполняются в такт музыки и дополняются интересными танцевальными переходами. Rock and roll.
Максим, а ты давно занимаешься брейкдэнсом? 2 года. 2 года? Да. А почему тебе нравится? Ну, нравится делать разные трюки, танцевать, слушать музыку. А как вы узнаете, кто лучше во время танца? Ну, лучшего в брейкдэнсе нету. Есть те люди, которые танцуют, выиграют, и это хорошо. Брейкданс мне дает свободу, я самоутверждаюсь в танце, короче, это моя свобода и мой стиль жизни, это брейкданс. Мы, допустим, там не тусим на районах, не пьем пиво, мы сидим в залах, тренируемся и проводим такие мероприятия для общего развития. Хотелось бы, чтобы это замечали все. И не то, что показывают клипы там, где, я не знаю, попрыгали на двух руках, и все думают, вау, это брейкданс, вот это он классный парень. А лучше посмотреть настоящий, прийти в брейкданс на настоящих парней, которые занимаются не 5 лет уже, а больше и носят хип-хоп массы. На дискотеках ты показываешь свое мастерство? Нет, это, допустим, сейчас был джем. Это никак не дискотека. Это джем, где люди показывают свое творчество и показывают свое самовыражение. В брейк-дансе брейк-данс. По сути, это брейк-дэнс, ломанный танец. Поэтому, что бы люди ни делали, крутятся они на голове, стоят на руках, все должно вливаться в танец. Это танец в первую очередь. А дискотека это, ну, это дискотека. В переводе батл это сражение. Почему такое агрессивное название? Не, почему агрессивное? Батл это сражение в танце. То есть, точно не вспомню, но как-то один человек, бибой, он просто внес культуру и сказал, хватит драться ножами, там, кулаками, давайте сражаться с помощью танца. И так это пошло, батл это танец, то есть батл это сражение стилей. Батлы – это танцевальные поединки двух бибоев или двух команд. Ежегодно проводятся мировые чемпионаты по брейк-дэнсу, которые собирают огромное количество как участников, так и зрителей. Запекла боротьба може бути дуже позитивною, якщо вона триває у танці. А я вам бажаю тримати ритм життя і ніколи не збиватися з нього. До зустрічі за тиждень! Ти потім танцювати, що?